Сам я родом из Осетии, из города Владикавказа, хоть имя у меня немецкое. Работать тут одно удовольствие. Особая природа, богатая почва. И люди здесь гостеприимные, рады всем. Заходите в любой дом, и вас тут словно ждали. Всегда наготове пироги, мясо, пиво, песни. Душевные люди, открытые. И вот вы уже одна семья. Мне никогда не сидится на месте, а потому я работал и продолжаю трудиться в разных частях моей великой страны. А ведь мне всего 25 лет. Вы скажете, у меня мало опыта, и по-своему будете правы, потому что каждый мерит по-своему, а по-моему, я в самом рассвете сил. И уже 25 лет с вами. За свои годы я научился говорить на многих языках народов, проживающих в России. И везде свои традиции, своя культура. Но пора идти дальше, ведь новое всегда интересно. В этом юбилейном году я решил перешагнуть границы своей страны. Сейчас с удовольствием изучаю китайский и арабский языки. Климат в этих местах засушен, населенность плотна, питьевой воды часто не хватает. А моя родина изобилует ключевыми источниками. Они проистекают из самого сердца гор. Я знаю о воде много. Это уникальное творение. Ведь вода – ровесница земли. Вообще вода для меня все. Она необходима в любом деле, где я когда-либо применяю свои навыки. Строю ли я дома или изготавливаю строительные материалы? Орошаю ли землю, возделываю ли почву? Произвожу лимонад или варю пиво? Без нашей воды никуда. Сегодня я наращиваю мощь. Разбираюсь в автоматике и электронике. Применяю методы работы, отвечающий последнему слову технического прогресса. Идти в ногу со временем можно и нужно, но в любых условиях важно оставаться надежным и внимательным к людям, которые верят в будущее и уже четверть века со мной. В нашей большой семье мы все трудяги, а трудяга звучит гордо на любом языке. Я строю дома, кормлю людей, спасаю жизни. Прихожу на помощь, становлюсь рядом в трудные и ответственные жизненные моменты и радуюсь за своих друзей в дни их счастья. Где только я не побывал, знают меня во всей моей огромной стране, а теперь и за ее пределами. Но я всегда помню, откуда я родом. Моя родина – прекрасных зеленых гор и заснеженных вершин, бурных рек и кристальных родников, песен, танцев и добрейших людей. Говорят, что с недавних пор я стал одним из символов Осетии. Приятно, конечно, но я не зазнаюсь. Вот впереди меня линия, новый горизонт, и он бесконечен. За ним у меня новая работа, новые страны, новые языки и новые друзья. А пока что будем радоваться, ведь сегодня день рождения не только у меня, но и у тысячи моих друзей.